центральном газон вроде как приемлемого качества, но решили все равно его поберечь до 22 апреля, когда гамильчане проведут следующий домашний матч. Три угловых, два опасных штрафных с правого края. Там Михаил Афанасьев все это дело зарабатывает. Матвеенко нет, успевает все-таки. Довгяло спокойно забирает мяч, но... Близнюк один из самых активных наравне с Михаилом Афанасьевым сегодня в составе гамильчан. Но, конечно, капитан должен вести. Жуковский под левый мяч, удар поворотом. Чуть выше перекладины проходит мяч. Здорово, здорово. Перевод был справа налево. Срывает аплодисменты Валерий Жуковский. Мог он открывать счет как раз под левой ногой. Оказался мяч такой на удобной высоте. Следует подача углового. Хаткевич ошибается на выходе. Александра Лумона забивает ворота своего бывшего клуба. Фиксируем 19-я минута. 18:55. Отсчитал секундомер. Александра Лумона открывает счет. Голам новополоцкого Нафтана в этом сезоне открывает счет в этом поединке. Том Афанасьев вторым темпом пошла атака. Антон Матвеенко. Не дают ему развернуться. Близнюк. Жуковского мяч под правой ногой. Неудобно бить Валерия было. Сидоренков еще, наверное, будет простреливать. Нет, это навесная передача. Падает Антон Матвеенко в районе 11-метровой отметки. Но Андрей Сорока никак не реагирует на этом коротке. Михаил Афанасьев, но ничего не вышло. Кондратьев получает муцей по лицу от Лумона. Специально это было или нет, это большой вопрос. Но не уходит Александр Лумона от... защитника Гомеля, который прикрыл мяч корпусом и попытался сохранить его для своей команды, но Лумона был на полном ходу и врезался там. Комаровский протащил вторым темпом. Пенальти нет, не дает арбитр пенальти. Сорока показывает подниматься. Слишком картинно падал. Падал Антон Матвеенко. Пока не обострят. Вот Жуковский по левому краю выигрывает соперника, встречается в штрафную. Удар поворотом! Довгяло спасает после удара Дмитрия Комаровского. Очень опасно было. Похожий эпизод был и в Могилеве. Тогда тоже голкипер спас после удара Комаровского. Ой-ой-ой, на 45-й минуте гамильчане могли сравнять счет в этом матче. Браво, снимаем шляпу перед голкипером новополоцкого Нафтана. Вот там поднимает руку Афанасьев, до него не доходит передача. Вот сейчас могла бы дойти до... Ой, там Довгяло выставлял ногу Афанасьева. Опасная игра, возможно, была. Но ничего. Опасно. Близнюк выводит на ударную позицию Жуковского. И Валерий Жуковский сравнивает счет в этом матче. 1-1. Добился он все-таки своего. Разрывал левый фланг обороны в первом тайме. И вот сейчас салютует своим фанатам. Гол 1-1. Гамильчане сравнивают счет. Разряжающая передача Близнюка из... С любимой левой Валерий Жуковский аккуратненько укладывает мяч в сетку ворот Игоря Довгялы.